По версии американского журнала Fortune, Марк Цукерберг стал бизнесменом года. Такое решение вряд ли кого-то удивит, ведь в свои 32 он уже миллиардер. Стоимость компании Facebook специалисты оценивают в 370 миллиардов долларов. И таким образом успех Цукерберга четко показывает тенденцию в современном мире. Именно IT-компании в одночасье могут сегодня достичь нереального успеха. Второе место в рейтинге издания основатель Amazon Джефф Безос. А третье почетное у Мэри Дилла, это глава компании Ulta Beauty. So thank you so much and thank you for being with us.